Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте на странице 73 выполним задание под номером 1. С помощью карты учебника подпиши название стран Бенилюкса. Бенилюкс – это сокращенное название трех стран – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Итак, подпишем название этих стран. Первое – Нидерланды со столицей Амстердам. Вторая страна, она обозначена на карте зеленым цветом, это Бельгия и ее столица Брюссель. И третья страна, совсем маленькая, обозначена на карте желтым цветом, страна называется Люксембург, и столица этой страны – город Люксембург. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.